Шиносервис на территории крытого рынка по адресу Курака 49/2 предоставляет новую сферу услуг. Промывка топливной системы американской фирмы BG. Мы рады вас видеть. Денис Аркадьевич, поздравляем с победой. Расскажите в целом, как далась эта игра. Ну, сегодня у нас, в принципе, команда вышла с хорошим настроем. Победа в этом матче давала нам возможность выйти с первого места в полуфинал в этой подгруппе. Но мы успешно это выполнили на сегодняшний день. Обидно, что, конечно, один из наших ключевых игроков Бьорн Андраи получил травму. Я думаю, что это, конечно, немножко омрачило нам победу, но, тем не менее, мы выполнили свою задачу и с перспективой будем смотреть на начало чемпионата. А в целом, как можете оценить предварительный этап? Ну как, мы выполнили свою задачу, мы наиграли команду, мы проверили игроков, мы вышли в полуфинал Кубка России, и приятно отметить, что мы вышли с первого места.